Добрый день, друзья. Ну что, меня заинтересовала такая тема. Будет ли рыба клевать на чеснок? Вот, мотыль плюс чеснок. А, мышки погрызли. Мышам нравится. А будет ли рыба на нее брать? Хотелось бы посмотреть. Немножко жара спала. Можно и на фидере посидеть немного. Посмотрим, как рыбка отреагирует на чеснок. Ну вот на чесночную прикормку, Сань, вот такая густера. И вот, как сказать, она работает или... Слышишь? И как сказать, она работает или не работает, да? Да, зато ловишь. Не скучно. Ну, тебе чесночная прикормка. Я не знаю, сантарань, наверное, густера. На нее клюет. А, смотри, видишь, как густера его долбят. Ага. А где рыба? Рыба будет в следующий раз, да? Есть. Вернее, был. Да, попробуй чесноком. Слышишь, я сам думал, что сам чеснок с жиром не работает. Для меня это было вообще-то открытием. У меня был печальный опыт с этим чесноком, и я знаю, что чеснок в жару не работает. Ну, тут непонятно что-то, ты понимаешь? Если такой крупняк будет ловиться сам, то лучше, наверное, от фидера вообще отказаться. Ну что это такое? Ну, в принципе, прикормка это работает. Но... Чесночная прикормка работает, но как бы она привлекла слишком много густеры. Мелкой густеры, которую совсем неинтересно ловить. Поставил я сама по новой макушатник. Все, пока, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До скорой встречи.